Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 158. Работа в группах. Прочитайте. Почему пары слов, которые звучат одинаково, написаны по-разному? Орел и орел, тигр и тигр, пушок и пушок, лев и лев, рыжик и рыжик, клин и клин, лилия и лилия, шарик и шарик, роза и роза, мишка и мишка, земля и земля, уголек и уголек. Как выбрать правильное написание? Обсудите в группах, предложите свои версии. Как вы думаете, почему в любом предложении хотя бы одно слово всегда будет написано с большой буквы? Слова написаны по-разному, так как с большой буквы написаны «города», «орел», «клин», «река», «тигр», «кличка животных», «пушок», «рыжик», «шарик», «уголек», «имена людей», «лев», «лилия», «роза», «мишка», «название планет», «земля». Остальные слова написаны с маленькой буквы, так как обозначают предметы. Нужно понять смысл слова, чтобы написать его правильно. В каждом предложении одно слово всегда будет написано с большой буквы, потому что первое слово в предложении пишется с заглавной буквы. Это одно из главных правил русского языка. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.